Друзья, всем привет. Вчера Оксана выгребла. Я никак картошку не домучаю уже. То дождь, то лень, то забыл, то дела, то еще что-нибудь. Ну, короче, тысячу причин. Ну, ничего, мы ее одолеем. Лучок выкопали с этого, с травы. Он еще будет расти. Это уже второй пошел. Никому не надо. Отдам. Еще синеньких куча целая. В смысле много. Куча-то другое. Перчик еще есть. Эх ты ж. Пёсель. Вот так, потягушечки. Полночи дождь шпарил. Хорош помечать. О, какие-то сморчки. Ядовит. А, это, наверное, зонтик ложный. Котейки грибут. Да, палочку вчера немножко укоротил. Кто-то мне замечание сделал, бери палку. Да, ночью было громковато сегодня. Пару-тройку раз, где, не знаю, по соцсетях пошарился, ничего не нашел. Пока. Ну, оно сейчас все появится. Где-то Сэм бродит. Пуня самый хитрый. Но человек начал орать на улице. Пришлось запустить его. О, грибочки как пораскрывались. Большие стали какие-то. Что же это такое? Погода где-то около 14 градусов тепла. Сейчас тихо. Тихо-тихо. Машаня, ух ты, и шерсти. Вот шапку шей. Сегодня тишь да гладь, такой легкий туман где-то там на Артема на лесном. Водички добавилось так не слабо. Ха-ха, вот он Сэмик. Семик, ты припоздал немножко. Ты где был? Дома не было. Хрюкаем. Чуга там любим. Ух ты. Да, коты это, я всю жизнь коты, в пятиэтажке жили, когда-то только переехали, бабулька моя, царство небесное, 12-го года рождения, 1912-го, когда Титаник утонул, одеваю сапоги, говорю, что оно такие-то мягкое. Выходит на площадку, вытрушивает, а там мыша. Я представляю, там как... Я не знаю реакции бабушки, я знаю, что только... Какое было действие, что из сапога вытрясла мышу. А как там на самом деле? Кричала, не... Ну, такой был случай. Ну что, пёсель, пойдем. Чаёк, наверное, уже остыл. Пошли. Сэмик, ты идёшь? Там где вкусняшка есть. Пошли. Так, друзья, всем хорошего тихого дня.
Вот так. На. Оп, мамка по ушам навесила. Люся. Пуня, это ж мама твоя. Друзья, всем мирного неба. Здоровья всем. Пока.